Приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Так, сегодня мы будем жарить камбалу ёрш. Тот, кто не знает, как обрезать голову и почистить от чешуи, то можете набрать, как почистить камбалу ёрш 5185. У вас высветится ролик. Вот такие вот шикарные рыбки. Вот это вообще самая большая. Но это считается, то есть мелкая, мелковатая рыба, потому что, ну, сами видите, мелкая. Будем жарить ее в муке. Так, в общем, взяли мы мучку. Теперь соли. Все это дело перемешиваем. Ну, скорее всего, соли будет мало, потому что, хотя рыба, по сути, морская, она сама по себе и так соленая, но соли будет в любом случае немножко маловато. Она не успевает впитываться. Со мной нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Так, ну, будем резать, в общем. Так вот ровненько. Другим ножом сегодня работаю, так как свой любимый маленький еще не наточил. От того, что в доме не наточены ножи с икрой, смотрите. Находитесь на синхронизации моей жизни. Так, ну, в общем, будем как-то так жарить, чтобы не особо, в общем, будем все разрезать. Вот, ну и все. Сейчас мучки обваливаем. Вот. Полностью все. На рыбку перешли, так как соблюдаем диету. Ну, в общем, получается, постимся, да? Но при этом едим рыбу. В пост рыбу не едят. То есть это строгий пост, да? А мы, получается, то есть едим рыбу. Такое получается, в общем, пост с послаблениями. Деревенский пост, то есть облегченный. Кто не может соблюдать пост, то есть не есть рыбу, да, но может при этом не есть мясо, молочку, молочные продукты, яйца, вот. Но не может этот самый, то есть без рыбы, и рыбу едят. Пост он должен быть во благо душе, а не в наказание. Вот. То же самое, что красное вино, когор. Кто не может, допустим, не выпивать, да, вот, то разрешается выходные дни, субботу, воскресенье, выпивать и в праздники красное вино, когор. Вот. Кто может без когора, тот не выпивает. Ну, у нас диета. Так, сковородочку мы раскалили. Будем жарить на такой сковороде. Это у нас рабочая сковорода, то есть на которой не пригорает. Я думаю, в каждом доме есть, кто готовит, старая сковорода, на которой все хорошо жарится и не пригорает. Так, и также этот кусочек масла у нас маловато, поэтому сейчас мы добавим. Так, и вот так вот немножко мы рыбку, чтобы она у нас не пригорала. И вот этот кусочек можно вот сюда его. Все, и
Жарим. По времени я скажу, сколько будет. Прошло у нас 4 минуты. Вот. Давайте попробуем. Что здесь пробовать? Надо переворачивать ее и обжаривать с другой стороны. Пока будем пробовать, может и подгореть, и сгореть. Здесь будет вырезку, можно было бы ставить с фильма «Вокзал для двоих». А котлетка, так говорит, подгорела. Так, ну смотрите, вот эта сторона получше, да, у нас получается. Поэтому мы развернули так, чтобы здесь зажаривалось больше, и чуть поменьше. Так, и теперь проверяем. Прошло у нас еще 3 минуты. Так. О, видите, смотрите. Вот когда камбала у нас, смотрите, пожарилась, даже она отслаивается. Видите, даже от косточки она отслоилась. То есть это у нас 100% результат. Пожарилась. Я переворачиваю для видео, чтобы именно вам показать. Хотя я точно знаю, что все поджарилось. Ну, видите, этот немножко чуть-чуть подгорело, это самое дело, но ничего страшного. Так, все, снимаем. Так, ну и все. Берем, в общем, рыбку маленькую. И также режем. Скорее всего, уже наелись, одну оставим. В общем, это дело. Единственное, вот это вот можно немножко солью сверху посыпать. Вот. Она особо от палтуса ничем не отличается. Поэтому немножко посыпать солью здесь и тут. И можно, допустим, завтра пожарить. Ну, сейчас посмотрим. Ладненько. Так, ну все, берем также рыбку. Обваливаем ее и в сторону. Также эту мы берем. Также обваливаем. Самое время написать комментарий. Вот. Заходите в плейлисты, смотрите видео. Если найдете какой-нибудь свой любимый плейлист, я уверяю, что он, скорее всего, будет, то можете подписаться на канал и смотреть, то есть за моими видео. К примеру, самый популярный плейлист «Купил дачу своей мечты детства», так же, как «Выбирая дачу». И если вы готовку смотрите, то про готовку. Так вот немножко, если, кстати, вот так вот рыба, видите, вот она как отслаивается, видите? А, вот даже кожа, видите, отслаивается. Вот. Это знаете почему? Это потому что она была переморожена. Особенно видно, когда переморожена, когда есть желтая по краям. А здесь было желтое, я убирал. Вот. И также, когда вы ее размораживаете в теплой воде из-за этого. Так, ребята, масло я все вылил, потому что там с мукой. Вот. Лучше всего выливайте на масле, в этом деле экономить не надо, потому что рыба стоит гораздо дороже, чем масло. И вот эта вот обжаренная мука, она реально этот самый, то есть она прилипнет к этой рыбе, и рыба будет у вас подгорать. Вот серьезно вам говорю. Напишите в комментариях, если это не так. Так, ну и также мы рыбку нашу кладем. Вот, то оставим жарить уже на завтра. Так что, так, и это сюда. И маленький также кусочек. Все, уже не буду дописывать, ну, в смысле, показывать. Так, жарю, смысла нет.
не тянуть ваше время, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если считаете видео хорошим, вот, за труды, за старания, и смотрите также плейлисты. Всем до новых встреч!